уже стало традиционным для тех, кто так или иначе увлечен в проблематику обеспечения информационной безопасности, в том числе с использованием таких технологий, как SOC. И это прекрасное место, в первую очередь, для встречи, для обмена опытом. Даже не столько для поиска клиентов и так далее, сколько именно как возможность 2 дня провести в атмосфере таких же специалистов, как и ты, чтобы действительно где-то посмотреть, поучиться, обменяться опытом. Это бесценно. Интерес не ослабевает, и мероприятие, скажем так, не теряет свою актуальность. Что стало точно заметно, что в этом году гораздо больше заказчиков, которые рассказывают о себе со сцены. Ну и, соответственно, качество докладов именно вот с практической точки зрения, на мой взгляд, сильно выросло. Когда заказчики делятся действительно своими наболевшими либо проблемами, либо сомнениями, либо опытом проведенных киберучений, проведенных мероприятий по выбору подрядчика и так далее. Потому что именно вот в этих выступлениях кроется то зерно, ради которого мы, собственно говоря, работаем. Это просто квинтэссенция, это автоматизация, это помощь в принятии решения. Взглянуть сверху, понять и, скажем так, вычленить действительно самое главное, посмотреть, не ошибся ли ты, и вовремя именно схватить инцидент либо в самом начале, либо, по крайней мере, увидеть, что у тебя что-то было не так, и отреагировать на это. Я бы опасался, может быть, чего-то неизвестного, да, потому что, скажем так, то, что прокатилось, то, что отработано, то, что уже мы знаем и представляем, как реагировать, ну, скажем так, это уже дело тренировки, это уже дело натасканности персонала на ликвидацию последствий. А вот понимать, откуда, или, скажем так, пытаться угадать, откуда придет следующая нежданная угроза, вот это вот, наверное, самое интересное. Рост вовлеченности есть, и он огромный, да, и более того, вот сейчас мы активно взаимодействуем с той же самой госопкой, с НКЦКИ, и вот уровень коммуникабельности ребят просто поражает, уровень их готовности тебя слышать, помогать, взаимодействовать, учиться у тебя и давать тебе рекомендации, на мой взгляд, выше всяких похвал. Идея того, что информационной безопасностью надо заниматься, она уже точно абсолютно неотвратима, да, и все понимают и ищут для себя именно пути оптимального решения этой проблематики. Видно, что люди находятся в некотором поиске, понимают, что задачи необходимо решать, и стараются просто найти тот путь, который им даст наибольшую выгоду. Ну а также очень радует уровень, собственно говоря, докладов, и видно, что все достаточно серьезно продвигаются, у всех появляется хороший практический опыт. Вот нам бы еще только в отрасли научиться бы им меняться, да, потому что сейчас мы при всем при том, вот кроме таких мероприятий, действуем достаточно обособленно.